Немецкая армия планировала уничтожить Мурманск за несколько дней. Через порт шли грузы стран-союзниц, которые снабжали всю советскую армию. Но город выстоял. Под регулярными авианалетами простые жители-герои проводили разгрузку и погрузку кораблей, строили бомбоубежища, производили военную технику. Во время войны Мурманский порт принял 250 судов, обработал 2 миллиона тонн различных грузов. По количеству бомбовых ударов город уступает лишь Сталинграду. Неудивительно, что все номера на концерте посвящены морской тематике. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Копия Знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и морская офицерская фуражка времен Великой Отечественной. В торжественной передаче символов 9-го этапа военно-патриотической эстафеты приняли участие депутаты Совета депутатов Одинцовского округа и представители Жаворонковского теруправления. Проект, который уже многие годы идет на территории округа, он беспрерывный. То есть, как только вот сегодня мы принимаем в сельском поселении Жаворонское, символы салюта Победы, символы города Героя Мурманска. Эта эстафета идет по всем городам, по всем поселениям. Она захватывает учреждения образования, там, дома культуры, всех людей, которые интересуются этим. Передача знамени – дело ответственное. Кристина Пуртова в юнармии уже 3 года. Тем, что ее выбрали знаменосцем, гордится. Рассказывает, несмотря на опыт, вынос флага пришлось неоднократно репетировать. Самое главное, что нужно уметь, это правильный шаг. Время и как правильно держать верту. Мы принимали его в Барвихе, и это было очень трепетное событие, потому что нам не было ничего известно о том, что нас ждет, что нам придется делать, как нам придется готовиться, и мы готовились с последних сил. 9-й этап военно-патриотической эстафеты теперь пройдет в Новоивановском теруправлении. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».